Ученые выяснили, что язык пингвинов напоминает человеческое общение и подчиняется тем же лингвистическим законам. К такому выводу пришли специалисты, когда прослушали записи разговоров взрослых африканских пингвинов. Внимание обратили на два правила, которые используют для общения люди. Это закон Зипфа, согласно которому длинные слова встречаются реже, чем короткие. И структурный закон Менцерата, когда длинные слова состоят из коротких слогов. Результаты показали, что беседы пингвинов подчиняются обоим этим законам. Это стало первым в истории доказательством того, что общение разных видов животных похоже на общение людей. Ранее такой вывод делали только о шимпанзе.